I was running with that check just like Nike. I was running with that check just like Nike. На меня переведи. Всем здорово, стритеры, на связи LexLight канал, с вами я, Вовчан. Сегодня я вас научу делать такой крутой трюк, как full cup. Мы рассмотрим две версии этого трюка. Я вас научу его делать как на кассете, так и на фрикостере. Погнали! Итак, чтобы научиться full cup, вы должны уметь уже некоторую базу трюков. Во-первых, вы должны стабильно ездить в фейки, стабильно выходить. Также второе, вы должны уметь стабильно 180. И третье, вы должны уметь стабильно 360. Трёха вам нужна для того, чтобы вы делали full cup, потому что full cup делается... Чистый фулкап делается так же, как и трёха, только в обратном направлении. В этом ничего сложного нет. Итак, приступим к поэтапным шагам. Итак, первым этапом будет выдергивание байка после фейки свечу. Когда вы едете на фейке, вы просто должны отодвинуть корпус назад и выйти из фейки. Как бы затяжное фейки сделать. Второй этап заключается в том, что вы должны сделать не до фулкап. Или, как говорят, фулкап с подкрутом. В этом ничего сложного нет. Вы просто должны при выдергивании байка поймать небольшой баланс, как на мануал, и просто сделать небольшое ванетти. Ничего страшного, если у вас не будет получаться сначала. Вы просто должны будете поймать баланс и повернуть корпус тела и сделать ванетти. Третий этап, он самый сложный, это чистые фейки трёха, то есть full cup. Тут самое главное, это резко вытянуть трёху после того, как вы сделали ванетти. Потому что при затяжной езде назад на фейке уже будет сложно поймать ту амплитуду, которая задает вращение на 180 градусов. Еще немаловажный аспект, то что вы не должны крутиться слишком резко. Вы должны прочувствовать со временем эту дугу, и у вас все будет получаться. Если рассматривать кассету, то принцип действия фулкаба такой же, как и второго пункта. Еще при наблюдении за моими друзьями, как они учат фулкаб, я заметил то, что у них есть тоже еще одна ошибка, которую Вова не сказал. Это они слишком отклоняются как-то назад, я не знаю, как это даже объяснить. Они приземляются на бэквардс и падают с велика. Это не должно быть такого, вы должны крутиться именно в бок, а не вверх или как-то как будто вы делаете бэкфлип. То есть крутитесь именно прям очень сильно в бок, поворачивайте очень сильно голову, и это у вас все получится. Бэнг-бэнг. Все, друзья, вы научились full cup. Или я хотел в завершение сказать, что вы подписывались на наш канал. Что ты мне показываешь? Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки там, репостите, если хотите. Катайтесь в удовольствие. Всем пока. Можно скажу последние слова? О, бля, байм-байм, байм-байм. Да не, у меня нет на колен текста, отвечаю.